На третьем месте Харвин фон Остерберг-Йоланд, владелец Смирнова, Осипов и Смирнова, Санкт-Петербург. На втором месте Туст фон Хаус-Шульцер, владелец Пушкина, Москва. Просто группа Яката, владелец Данильченко, Беларусь. Юсти! Четвертое. Оберлаус Юрмала, владелец Румянцева, Санкт-Петербург. На третьем месте Поларис Найроби, владелец Попельникова, Краснодар. Вторая Деворса Макфлай Захария, владелец Сорокина, Москва. Завтра 9:00.